Дом номер 7 по улице Институтской в Нахабино отремонтировали совсем недавно. В подъезде поменяли деревянные окна на пластиковые, отремонтировали пол и покрасили стены. И освещение теперь соответствует стандартам – лампочки светодиодные. Изменился и вход. Дверь надежная, говорят сотрудники управляющей компании «Феникс». Холод не пропускает и выглядит презентабельно. К работе этой управляющей компании претензий у проверяющих пока нет. Я отмечаю, что дома готовы к отопительному сезону, и можно подписывать паспорт готовности многоквартирного дома, тех домов, которые мы проверили к отопительному сезону. Последний паспорт мы должны подписать после проверки 9 сентября. Сберечь тепло в домах призваны утепление фасадов. Особенно в этом нуждаются здания старой постройки, говорят коммунальщики. Работы уже провели в домах 15 и 17 по улице Панфилова. Еще один важный аспект в подготовке многоквартирного дома к зиме – качество кровли. По словам специалистов УК «Феникс», текущий ремонт крыш провели уже в 45 домах. Теперь подтопление квартир на верхних этажах не случится, даже если осадков выпадет больше, чем это бывает. Чтобы не выходить в зимний период с текущей кровли, которая не герметичная, которая впоследствии может принести разрушение, нарушение того же теплового контура, проведены косметические работы, то есть выборочно на тех участках, где вздутие, какой-то дефект, то есть для профилактики и дальнейшего исключения нештатных ситуаций. Подготовить и проверить работу внутридомовых инженерных коммуникаций для коммунальщиков – задача номер один при подготовке к предстоящим холодам. В частности, необходимо отрегулировать работу задвижек и вентилей. В 29-м доме по улице Панфилова вся система работает на отлично, заверили проверяющих коммунальщики. Испытали даже автоматическую пожарную систему, которой оснащен дом. Нагнетается давление в системах трубопроводов, проверяется герметичность соединения, контрольные измерительные приборы. Обязательно манометры, вот, которые должны проверяться раз в год, они сдаются на поверку для того, чтобы в дальнейшем не было искажения реальной картины системы теплоснабжения. Такие комиссионные проверки в Нахабино проводятся регулярно. Администрация тесно сотрудничает с каждой управляющей компанией и зорко следит за готовностью многоэтажек к отопительному сезону. Валентина Титова, Никита Рощин, Марьяна Быстрова, КРТВ.